Всем доброго утра! Или кунукмуатуктут, как говорится в землях далекой холодной Сибири, время которой наконец-то пришло. Сколько было разговоров, потом анонсов, которые оказывались то поспешными выводами журналистов, то вообще фейками. А теперь мы уже с полной уверенностью можем заявить, что третье приключение Кейт Уолкер на необъятных просторах России, либо в другой части света, уже разрабатывается. И за главную идею отвечает все тот же Бенуа Сокаль. Художник, создавший в свое время и оформивший предыдущие две части и еще несколько занимательных квестов типа Sinking Island и Nicopol's Secrets of the Immortals, уже поделился первой музыкальной композицией, по всей вероятности задающей основное настроение игры. Мелодия многим пришлась по душе, а значит старина Сокаль не прогадывает с атмосферой. Пожелаем творцу вдохновения и удачи в отношениях с издателем. Мало кто знает, что в той же вселенной происходили события восточного тропического квеста Paradise. Если это объявление стало для вас новостью, то поспешите пройти. Сюжет отличный, загадки интересные, интрига держит до последнего. И возможно, новая часть Сибири не обойдется без отсылок, а то и кроссоверов с событиями райского приключения. Сайберия 3 намеревается проникнуть глубоко в наши души уже в следующем году. А пока вернемся к событиям Gamescom, добить которые у нас на этих выходных не было возможности. Вы наверняка уже пересмотрели все наши репортажи, но этого мало и хотите еще. Что ж, кто я такой, чтобы вам отказывать? Пойдем по порядку. Неслабо удивила Ubisoft своим внимательным отношением к Syndicate. Вот если раньше все как-то шло по стандартной схеме производства, то в этот раз игру будто сняли с конвейера и принялись собирать и оформлять вручную. Сначала нам представили трейлер, где Иви и Джейкоб дружно высказывают свою позицию относительно ситуации в городе. Говорят, что не намерены оставаться в стороне и готовы принять ответственность за каждый из лондонских районов. А позже, в духе получасовых демонстраций МГС-5, девелоперы показали несколько из возможных вариантов прохождения одной миссии, два из которых простые, а вот с третьим нужно слегка заморочиться. Но, скорее всего, подобные напряги будут поощряться разными ачивками. За 10 минут сестринского геймплея, кстати, нам удалось отметить новые ее способности. Стоя на месте, Иви Фрай сможет принимать почти невидимое для охранников состояние. И это умение, вкупе с крюком кошкой и хитростью, помогает ей оставаться незамеченной и продвигаться по стелсу. Представители Ubisoft уверяют, что продемонстрированные способы прохождения можно комбинировать, создавая тем самым свой неповторимый стиль. Assassin's Creed Syndicate выйдет 23 октября, а предзаказав игру сейчас, вы получите дополнительное задание. Релиз на PlayStation 4 будет содержать еще и 10 эксклюзивных заданий. Metal Gear Solid я упомянул неспроста, хоть и не в рамках выставки, но Konami опубликовала набор скриншотов, сделанных, чтобы дать визуальный ответ на вопросы типа «Насколько графика на разных платформах будет отличаться?». Итак, сравнивая PlayStation 3 и 4, можно отметить, что, во-первых, разрешение на третьей плойке будет 720p 30 fps, а на четверке 1080p 60 fps. Во-вторых, качество отражений, бликов и многих материалов на консоли прошлого поколения будет заметно понижено, как собственно глубина поля и детализация, хотя дальность прорисовки будет одинаковой. Сравнивая версию для Xbox One и Xbox 360, можно сказать, что отличия те же самые. Но Xbox One, в отличие от PS4, отобразит The Phantom Pain в разрешении 900p 60 fps. Так вот, понятно, да? Версия для четвертой плойки будет самой продвинутой. А теперь представьте, что она просто блекнет на фоне компьютерной версии. На этом новость можно закончить. Теперь перейдем к Blizzard и их громкому анонсу великого и могущественного дополнения для World of Warcraft — Легион. Что было показано на Gamescom? Для начала мы увидели предысторию, то, как возник Пылающий Легион. Произошел конфликт внутри Железной Орды, потому что не все захотели биться во имя непонятно чего. Таким моментом воспользовался черный маг Гул'дан и предложил оркам свою генетическую модификацию, чтобы укрепить силы, напасть на Альянс и восстановить справедливость. Итак, в дополнение Легион нас ожидает много всего интересного. Новый континент — расколотые острова со своими разными обитателями, планков 110 уровней, новые подземелья и, конечно же, рейды. Также система чести, оказывающая влияние на PvP-сражения, оружие, заряженное магическим артефактом, и новый класс героев — охотник на демонов, заточенный для противостояния этому самому Легиону. Опробовать этот набор новшеств можно будет уже до конца года, записавшись на бета-тестирование.
Тем временем ужастик в стиле «Маньяк истребляет тупых подростков Until Dawn» пытается завлечь наше внимание совсем не литрами крови с кишками на закуску, а геймплейными решениями. Игроку придется так же нелегко, как и самим персонажам, говорят разработчики из Supermassive Games. Мол, всегда будет выбор, и любой вариант повлечет за собой логически обоснованные последствия. И сразу же хочется спросить, а будет ли вариант не расходиться и в случае чего напасть на убийцу всем кучняком? Их ведь там 8 человек вроде. Нет, конечно, отвечу я сам себе, ведь тогда игры никакой не будет. Но говорят, что будет дилемма. Выбери, кто из твоих друзей умрет, а кто останется в живых. Ключевое слово «друзей». Пожалуй, на этом все, дамы и господа. Обязательно зацените нашу новую рубрику «Трудности перевода». В дебютном выпуске рассматривается локализация Far Cry 3 и четвертую часть истории серии Tomb Raider, тоже посмотрите. А с вами был Даур Авицба из Top Game.ru.